Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня бы я хотел начать серию видео из разряда «Мои питомцы Music Wars». И счастливчиком сегодняшнего видео становится кибер-девочка. Этот питомец первый раз появился в 2014 году и был эксклюзивным. Появился только в подарках, которые, соответственно, покупали игроки. В дальнейшем он появился еще в 2016 году. Был проапгрейжен с 15 до 18 уровня с появлением еще одного дополнительного навыка. Но мало кто знает, что этот питомец изначально появился в 2011 году в сериале Fireball. Пожалуйста, эвакуируйтесь, моя госпожа. Я должен позаботиться. Не перебивай меня, Гидестонис. Я Драссел. 19-го планета Урана с королевского рода Бори Драссел Джуна Верзентенс Хайд Регистр Кюстен фон Плюгель. Точно, эта позиция, это диск Буэра. Это каратель. Откуда он благополучно был скопипажен в Music Wars? Питомец питомцем, а навыки навыками. Давайте перейдем к основным характеристикам и что из себя представляет данный питомец. Первый и самый главный навык, из-за чего все танки и большинство игроков берут кибердевочку в бои, это обожание. Появляется на нулевом уровне и при вызове ее в бой увеличивает талант и восстанавливает его полностью, позволяя применить какой-нибудь из активных навыков. Ни один питомец не может похвастаться таким навыком. Второй навык появляется уже на первом уровне. Это луч смерти. С шансом 35% генерирует световой луч, который наносит от 330 до 380% урона от силы питомца. Нехилый, скажем, урон. Но еще бы дополнительно не мешало, чтобы понижал какую-нибудь из характеристик героя. Было бы еще круче. Прокачав кибердевочку до 4 уровня, вы получаете танец клинков с шансом 35%. Она выбивает оружие, нанося 200% от своей силы. Но если применений у вас будет несколько, на 18 уровне вы получите танец клинков, что она будет использовать его 3 раза. Но выбить оружие может она всего один раз за бой. Остальные она просто будет усиливать атаку в процентном соотношении. Силовое поле появляется на 8 уровне. С шансом в 50% накладывает на владельца силовое поле, которое не только защищает от атак и понижает урон на 35%, но и на 20% увеличивает силу своего владельца. То есть можно подвести итог, что кибердевочка на 18 уровне, если налаживает силовое поле и обожание, то она увеличивает и талант на 40%, и увеличивает силу на 20%. Но еще и дает защиту 35%. И самый последний навык, который появляется на 16 уровне, смертельный вихрь. С шансом 60% раскручивается вихрем и поражает всех противников, нанося 350% от силы.
и с вероятностью 100% понижает и силу, и ловкость противников на определенное количество процентов. Но насколько точно, я не знаю, как бы, это я не считал. Кому интересно, может взять калькулятор и посчитать, и написать в комментариях, сколько все-таки отнимает вихрь после использования. А сейчас я бы хотел перейти к очень интересной главе. Назначение самого питомца. Как вы знаете, что питомцы бывают нескольких видов. То есть это атакующие, поддержка, это основная специфика, и защита. То есть когда питомец больше рассчитывает сам на себя. Давайте раскидаем навыки. Обожание. Конечно, самый первый, основной навык уходит в поддержку, так как повышение таланта у героя и восстановление вдохновения – это просто круто. Второй навык – луч смерти – уходит, конечно, в атаку, так как персонаж к отношению никакого не имеет и питомец сам атакует. Танец клинков. Здесь я думал, куда его отнести, либо в поддержку, либо в атаку, так как все-таки он выбивает оружие у противника, и все-таки какая-никакая помощь. Но решил отходить более серьезных цифр, и поэтому все-таки пошел к атаке, потому что никаких положительных эффектов герой не получает, и никаких прибавок. Силовое поле. Безусловно, в поддержку. Дает очень большой ощутимый плюс, то есть самому герою. И, конечно, смертельный вихрь уходит в атаку. И мы получаем, что кибердевочка – это у нас атакующий питомец. То есть достаточно иметь мало таланта или много жизней, и питомец будет вас поддерживать. Я ставлю этому питомцу 7 из 10 баллов. Я беру кибердевочку с собой в бои, но не всегда. Часто бывает, заменяя ее другими питомцами. Просто места в слотах уже не хватает, чтобы всех носить. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, а в комментариях от вас я хочу услышать, какого питомца рассмотреть следующего. Моя госпожа, это стойкая капуэры. Нет, из карате.